Итак, друзья мои, снова передача «Все свои», и сегодня «Все свои» в семье Карповых. Здравствуйте вам! Здравствуйте. Давайте будем знакомиться. Можно я вас представлю, да? Хорошо, у нас замечательная глава семьи Алексей, Марина, его супруга, самый младший член семьи Мирон, вот он здесь, он прячется, сам похож немножко на печеньку, которую мы сейчас будем готовить, Вячеслав, Михей и Владислав, да? Ура, здорово! Ну что, скажите, что мы сегодня будем готовить, что будем делать с вами? Михей, что мы будем готовить? Печенье. Печенье? Какое печенье? Песочное. Песочное? Да. Я видел, тут имбирь был. Наверное, имбирное будет печенье. Нет? Ну хорошо, ну имбирь пусть будет, да? Нет, решили имбирь не добавлять. Мальчики не хотят имбирь. Вот так. Ладно, ну хорошо, давайте. Печенье давайте. Будет рождественское, да? Рождественское печенье. Ну давайте, кто у нас будет главным, кто будет руководить процессом? Михей. Михей. Давай, Михей, вставай и говори, кому что делать. Я сейчас буду... Получается... Масло. Масло. Добавляй масло. Все сразу выливай масло. Нет, оно уже растаяло. Мирон подсказывает. Мирон тоже добавил несколько слов. Михей, ты часто готовишь дома? Да. Все время готовишь? Да. Печенье – это вот Михея детище. Так. Мука? Сахар. Сколько сахара? 200 грамм. Так, той ложечкой наполнение стаканчик. Слушайте, ну класс. Михей может готовить сам без контроля? Может, но обычно они сами вымешивают тесто и нарезают. Я только помогаю какие-то технические моменты. Здорово. И давно, Михей, давно у тебя это получается? Ну, да? Это его любовь с этого года. Вот в этом году он начал. Несколько раз нас уже угощал своими печеньками. Ну, похоже, будет пекарня, наверное, да, когда к Михею? Ну, по крайней мере, сейчас так ощущается. Так, после сахара чего? Мы муку сразу будем, да, добавлять или нет? Да. Или яйца пойду сначала? Нет, муку. Муку. Стоп. Да, яйца. Яйца. Давай. Сначала хорошо. Яйца. Хорошо. Расскажите, как у вас я вижу, что, Марина, на вас невероятная огромная ответственность и нагрузка. Вероятно. Как обычно все думают и подозревают. Кто готовит в семье? Только вы готовите или у вас распределение есть такое? Ну, обычно готовила я, но с появлением Мирона помогает очень Леша. О, да. Здорово. Папа у нас очень заботливые руки помощи. А что папа любит больше всего готовить? Ой, папа даже готовит то, что я не готовлю. Какие-то... Ты готовил с мясом. И не помню, как называется уже. Какие-то вот восточные блюда начинают такие готовить. Ну, перченые, чтобы с перчиком. Вот. Я обычно так не готовлю. Какой-нибудь чешушули. Ага. Там, да, грузинские. Да, что-то вот. Ну, это вкуснятина, это все знают. Тут невозможно остановиться. Так, как размешивай вилкой. Мешай вилкой. Вымешивай в однородную массу. Слава, ты готовишь что-нибудь или нет? Да. Макарошки. Ну, я чуть-чуть больше готовлю, когда я один дом. Ну, это логичный момент, конечно. Как говорится, нужда, она, знаешь, заставляет крутиться, как никогда. Ну, Слава может даже приготовить, накормить мальчиков, если мы, например, в отъезде мальчики с ним. Или уже учит, да, учит мальчиков уже готовить. Алексей, а какие у вас любимые блюда? Что заказываете, чтобы готовили? Плов. Плов? Ну, достойный выбор, должен сказать, особенно домашний плов, так это же вообще красота. Мальчики у нас очень любят мясо по-французски, вот очень часто у нас блюдо в семье. Оно традиционное уже или так? Или ну, мне кажется, праздничное? Уже традиционное, уже не удивишь, мы к нему, да? Как бы настолько оно полюбилось, что без него никак. Может и вне праздники зачастую быть. Да? Да. А рождественские какие-то есть традиции вот стола, вот рождественского стола? То есть обязательно на праздник вы готовите? Вот так традиционного, по-моему, нету, да? Селедку под шубой. Селедку под шубой, хотел про нее сказать. Да, Леша очень любит селедку под шубой. Кто же ее не любит? Кто не любит селедку, да еще и под шубой?
Так, ну пока у нас тесто готовится, расскажите, чем вы занимаетесь? Что занимает вашу жизнь? Как говорится, чем люди дышат? Чем вы заняты? Ну, с недавнего времени, наверное, года последнего, открыли свою агентство недвижимости. О! Семейное небольшое. Ну, вместе с другом. Да, и там помогает Слава уже. Ну, правильно, уже семейный бизнес практически. Да. Так, Марин, чем вы занимаетесь? А я занимаюсь, у нас домашняя школа. Ну, я занимаюсь детьми, поэтому мы учимся дома. У нас семейная... По сути, я учитель, да. Учитель. Учу своих детей, иногда и чужих детей. А по выходным я служу в детском служении. Так. Да. Вот, интересно. Я, насколько понимаю, Алексей, вы же тоже, да, в служении? Что-то делаете? Леша в службе помощи, да, в церкви. Служба порядка, служба помощи. Леша очень помогает даже детскому служению. Девочки, вот кто в служении, очень благодарны, потому что утро начинается с того, что Леша готовит на всех детей бутерброды. Красота! Вот это порядок, Леша, я понимаю. Кормилец. Отличная звезда. Все, здорово. Ну что, всего печеньки. Запускаем. Заготовочка у нас есть. Давайте покажем ее. Оп. Сейчас так раз все съехало и упало на... Да, видите? Красота. Все, кто умеет читать, прочитали то, что нужно. Ну что ж, печенье от семьи Карповых. Отправляем это в духовку. Давай, Слав, неси. Расскажите про... Я знаю, что это рождественская традиция ваша, это ваш адвент. Вы ждете, и вот мешочки. Я знаю, что это как-то иначе у вас выглядит, не так, как я вот привык, по крайней мере, слышите, не так, как делают обычно. Расскажите. Да. Обычно это календарь адвент, и каждый день из пакетика или из коробочки, у кого что, оттуда что-то достается. Так. Мы переиначили принцип, и мы решили сделать календарь радости. То есть такой календарь осознанного каждого дня. Мы каждый день, у нас там в кустиках заложены записочки и конфеты, вон там ведерочка. Так, вижу, да. Каждый день мы вечером анализируем, какие радостные события произошли в этом дне. Каждый записывает, так, берет конфетку, из конфетки закладывает. И 24 числа уже за рождественским столом мы проанализируем целиком месяц. А, и все прочитайте, что было хорошего, да, в каждом дне. Прочитаем. То есть это получается в каждый пакетик по 4 конфетки уходит? Ну, 4 я могу доложить, папа может 5, доложить. 6. Да, да. Вай-вай-вай. Вот так вот. Слушайте, ну 24 число, потом у вас прямо праздник сахарного живота. Да-да-да. Столько конфет и столько всяких приятных штук. Слушайте, здоровская традиция вообще. Все удивительно. Я вот тоже, сколько знаю, всегда все вынимают оттуда, что-то берут, чтобы есть. А вы прям берете и собираете в течение месяца. Все только докладываете, докладываете. Да, это вот традиция вошла с этого года. Потому что у нас есть другая традиция, она уже 5 лет в нашей семье. Так. Мы в Рождество делаем благодарственные открытки. Так. Что вы запишете? Мы туда пишем, благодарим Господа за то, что прошло у нас в предыдущем, прошедшем году. Да. И пишем ожидания, что мы ожидаем каких чудес от Него в следующем году.
закладываем это в коробочку, у нас специально есть, убираем. И в следующем году, следующим Рождеством достаем и анализируем, что Господь исполнил. Классная традиция, друзья. Что могу вам пожелать? Берите это тоже в свою жизнь. Пусть в вашей жизни тоже это исполняется. Много вычеркивается потом моментов, которые загадывали в прошлом году? Чужие открыточки я не читаю, а у меня процентов 70 вот было совпадение того, что Господь исполнял. Так, у нас есть еще одна задача. Шишечный. Мы должны сделать игрушку. Да. Это елочная игрушка? Это игрушка, которая, даже не игрушка, это будет подвеска для того, чтобы на дверь повесить со стороны парадной. Вот. Украшение двери, да. Да, ну пойдемте тогда делать. Пойдемте. Пойдемте. Так, мы делаем с вами такую подвесочку на дверь, да? Да. С шишечками, с бантиками, смотрите, с бантами, вот с такими красивыми. Угу. Слава, тебе самая ответственная, да, выпала роль красить. Угу. Любишь красить? Очень. Так, хорошо. Теперь вот на изнаночную сторону мы приклеиваем все шишечки сюда. По одной? По одной, да. Все ленточки. Ну давай, я буду пулять, давай, ты будешь, Слава, клеить. Держи, а ты приклеивай. Готов? Угу. А вы подарки друг другу делаете в семье? Чаще мы с Лешей делаем детям. Не, ну от Мирона пока еще нечего ожидать. Ну вот мальчики, не знаю, может что-то они придумали, пока это мы не в курсе. Мышь тоже появилась, кстати. Как подарок? Ну, Слава... Сам себе подарил. Слава сам себе подарил, но очень так это секретным ходом. Собираясь в колледж, взял теплые носки. Я говорю, Слава, а зачем тебе шерстяные теплые носки в колледже? И вечером мы приезжаем домой, Слава уже дома. А носки шевелятся? Нет, а он сидит, разглядывает... мешочек, как это, подвесной гамачок. Тут у меня возник. Нет, он сидит, рассматривает, привез, его рассматривает руками, там что-то перебирает, крючки приделывал к нему. И тут же у мамы возникла мысль: явно кто-то приехал. Я открыла рюкзак, и там в носке сидит лысая крыса, розовая. Розовая, лысая крыса? Да, ну, это... крыса. Слава, почему розовая? Почему розовая? Почему лысая? Ну, это отдельная порода. Ну, я знаю, вот я говорю, почему лысая? То есть, прям так вот, любовь такая? А, ну, у меня разные были. То есть, до этого были обычные крысы, в принципе. Вот у нас и джунгарские хомяки были, всякие вот такие вот маленькие животные. Ну, и появился интерес что-нибудь необычное. Ну, Славе очень нравятся лысые коты. Высокоты, змеи. Ой, мама родная, вот она. Боже мой, она кусается? Нет, она очень дружелюбная. У нас нет недобрых животных. Мама родная, первый раз в жизни держу в руках лысую крысу. Вот она к зиме, видно, готовится, уже пушистая стала. Ну да, не такая уж она и лысая, просто такое ощущение, что очень старая. Не совсем лысая крыса. Все, готово. Готово? Да. Вот такая вот подвесочка получилась. А? А? Какие вы ну, молодцы. Здесь мы прям ждем ваших аплодисментов сейчас по ту сторону экрана. Здорово. Слушайте, ну, судя по запаху печенья, там наше уже готово. Пойдемте пить чай? Пойдемте. Здорово. Ну что, печеньки у нас сделаны, стол накрыт. Украшения мы тоже сделали.
Здорово, что вы рассказали про свои традиции, как у вас адвент немножко иначе происходит, что вы туда не берете оттуда каждый день подарочки, а наоборот туда складываете. Это очень здорово, на самом деле, мне кажется. Ну, я первый раз такое слышал. Это класс. Я попрошу вас какое-то пожелание нашим телезрителям сказать, пожелание с Рождеством, поздравления с Рождеством и какие-то несколько слов пожеланий. Вот прямо в камеру можно вот сказать. К этому Рождеству хотелось бы пожелать вам, друзья, чтобы в вашем доме всегда царил мир, гармония, счастье, любовь. Детский смех наполнял. Да, и мне хотелось бы добавить, чтобы в каждой семье, в каждом доме люди слышали друг друга, уважали друг друга. И тогда все будут счастливы. Мы хотим для вашей семьи, для семьи Карповых от телеканала ТБН подарить вот такую маленькую, приятную елочную игрушку. Это маленький вертеп. Здесь Мария, Иосиф, младенец Иисус, конечно же, звезда Вифлеемская. Но самый приятный и замечательный момент в том, что игрушечка сделана это из настоящего оливкового дерева. Пусть оно будет висеть на вашей елочке и напоминать вам о том, что мы с вами как-то встречались. У нас было замечательное с вами общение и чаепитие. Кирилл, это реально давняя мечта. Вертеп в доме. Класс. Видите, канал ТБН исполняет мечты. Но у нас тоже есть для вас сюрприз. Так. Да, своеобразный пророческий подарок. Мы его сделали вчера. Однажды Иисус сказал, что мы соль земли и так. Свет этому миру. Вот я желаю, чтобы ваша команда была солью земли и светом этого мира. Зажжете, и это будет такой очаг пророческий. Друзья мои, с вами была передача «Все свои», и мы надеемся, что вы будете с нами. Смотрите наши программы. Готовьтесь к Рождеству уже вот-вот, через несколько дней уже наступит замечательный праздник Рождества. Поздравляйте своих близких, посылайте им теплые слова, посылайте им подарки, встречайтесь больше, проводите время друг с другом. Будьте благословенны.